Приветствую всех, мои дорогие друзья, меня Гет зовут. Мы продолжаем проходить Metroid Prime 3 Corruption. Мы давно ее не трогали, уже не знаю сколько времени, мы ее забросили, даже так скажу. Но мы продолжаем, в любом случае. Предыдущая серия выходила одна из тех самых старых, которые я еще записывал на старой своей карте записи со старым микрофоном. Теперь все это как бы изменилось, и я даже вообще не помню, о чем остановились. Я так пересмотрел прошлую серию, и на самом деле я помню, что мы там чуть-чуть запутались и не поняли, что вообще делать. Но сказали, что, ну, закончили серию, и я пообещал разобраться, что куда, что как, что делать и так далее. Так, сейчас я взялся за игру, просто не зная, что нужно делать, но я помню, что у меня была вот эта вот пушка крутая, которая помогла бы мне каким-то образом куда-то добраться. Так, давайте еще раз просканируем вот этот многозамочный блокираж, чтобы открыть одновременно поразить все цели. Так, все, я понял. Я помню, такая у нас суперсила откроется, которая стреляет несколько ракет сразу. Поэтому нам нужно валить отсюда, здесь нам делать нечего, на корабль. Так. Берем наш пульт управления. Нам нужно лететь там, где мы получили эту пушку. Нет, где мы убили этого. Помните чувака? Как его звали там? Ледяной Саб-Зиро этот. Так, по-моему... Что там на грузовой площадке Ата? Это там или не там? Вряд ли. Мы туда сейчас полетим. Мне сейчас надо вспомнить, куда надо прилететь. Вот нельзя эти игры такие вот забрасывать на такое время, потому что потом возвращаешься в игру и вообще непонятно, что делать. Даже как-то смешно. Так, не, мы точно не туда прилетели. Так. А где мы сейчас находимся? Так. Не, нам точно не, даже, по-моему, даже не на этой планете, если я не ошибаюсь. Так, корабль. Сейчас посмотрим по карте еще раз. Значит, не сюда, нам нужна карта галактики. И нам нужно в Брио лететь, по-моему. Где мы этого жопшника убили? Место высадки... Подождите, джунгли, скалы, вулкан. Это, по-моему, здесь. Я не знаю, сейчас посмотрим. Если что, я все это вырежу потом. Так. Сейчас наша добренькая Ви будет все это загружать. Блин, вы представляете, я Ви загружаю, а мне написали, что... Я ее вообще не играл с лета... Нет, может быть, даже раньше, с зимы 2013-го. А летом мне пришло сообщение на Ви, что все интернет-сервисы закрываются, всякие каналы там, кроме самого интернета, конечно. Еще онлайн-то работает, но в основном все сервисы и все каналы, которые придавали такую изюминку к нашей Ви, они все позакрывались, что очень даже печально. Так, ну, по-моему, мы здесь. Я не знаю, сейчас посмотрим. Мы где-то валили этого козла, Саб-Зиро, которого... Так, сейчас посмотрим по карте. Чё-то не то. Должен был быть лифт. Так, ну, давайте попробуем, не знаю, пройти здесь, походить. Может быть, что-нибудь увидим. Посмотрим. Я не помню управление вообще так. У нас прыгать Б, ракеты. Там наш шарик превращаться. Так, ну ладно. Здравствуйте. У нас ледяные ракеты, мы можем пластины такие делать. Так, походу... Сейчас, подождите. Нет, не сюда. Значит, нам идти куда-то туда. Возможно. Не уверен. На уверен. Нам точно не на Элизию. Точно в Брию, я знаю. Давай.
Все. Нам вот... Может, наверх? Или я ошибаюсь? Нет, все правильно. Так. Подождите. Валим. Сейчас куда-то мы выберемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте шарики. Сейчас нам налево, наверное. Скорее всего. Мне так кажется. Поехали. Так, где мы сейчас? Вот, сейчас что-то уже близко. Так, забываю управление. Вот, теперь вот что сможем сделать. Проникнуть сюда. У нас же и эта пушка теперь появилась крутая. Ага. Так, подожди. Такое место странное. В лед обморожено не подлежащее опознанию структуру. С температурным стрелом могут растопить лед. Опаньки. Уже что-то интересно. Вот иногда нужно в Метроиде так вот на другие планеты прилетать, смотреть, где новые способности могут поиметь какую-нибудь пользу. А подвешенная каменная колонна, ее можно раскачать, но человеческих сил на это не хватит. Так, а как ее раскачать, интересно? Мне как-то нужно ее... А, подождите. Че я туплю? Сейчас у нас этот чувак ее раскачает. Бам! Ага. И у нас лифт. Отлично. Давайте отправляться. Или что это? Подожди. А, вот как. Охренеть. Подождите, может мне еще раз его ударить нужно? Сейчас, вот еще один колокол. Сейчас попробуем, может быть, что нам дадут? Ударь в этот. Бам. Что нам сейчас дадут? Ничего не дали. Так, а у нас еще один есть? Еще один, третий есть. Давайте до третьего докатаем. Там, вижу, мы стену должны будем разбить. Но давайте попробуем все-таки сначала все колоколы ударить. Может, какой-нибудь сюрприз дадут. Вот. Ну-ка. Жалко, в Ви нету ачивок. Наверное, за это ачивку какую-нибудь дали бы. Тоже ничего, наверное. Ага. И отпустит нас. Понятно. Давайте тогда катать ее до этого. И благополучно. Бам! Отлично. И там у нас новая сила, смотрите. Интересно. Прям как в старых метроидах. А нет, это телепорт. Открыта новая зона. Охренеть. Музыка, музыка. Да, система для подъема отсутствует. То есть здесь мы еще не можем ничего сделать. А, подождите. Это система для подъема. То есть опуститься мы сможем, но подняться мы уже не сможем. Интересно. Ну, была не была.
У нас нет сигнала здесь, где-то далеко. Вот, наверное, Аврора с нами связывается. Блин, зря я сломал. Блин, туда не доберемся. Да, там дверь какая-то крутая. Подождите. Что-то я боюсь падать. Ну давай. Фух. Где? Кинетическая пушка отключена. Ее можно завести в режиме клубка. Потом попробуем. Интересно. Что это вообще? Смотрите, роботы большие. Эта статуя изображает Нге, первого императора рептилоидов, вступившего в контакт с Чозом. Запрошен файл из архива ДФС. Окей. Это сад изображает Дела, первый дар Чоза рептилоидом, бесценные знания. Давайте дверь сканируем. Это тяжелая дверь, защищена электрическим щитом. Окей, подождите, а что за пушка? Наверное, это которая пушка, которая отправляет нас назад. Ага, что она сделает? Отправит нас назад, да? Бяу. Ага. Ну все, понятно, вернуться мы сможем. Отлично. Ну-ка там подняться-то мы не сможем все равно. Что-то как-то странно, ну ладно. Пойдемте дальше изучать это красивое место. Новая сила. У нас прыжок новый какой-то. Или что? Найден модуль силового костюма. Добавлен возможность сальто-атаки. Делать сальто можем. Нажмите Б для прыжка, затем еще раз Б для двойного прыжка. Затем быстро нажмите Б для сальто-атаки. Снаряжение. Окей. Что? Что произошло? Ага, понятно. Робот проснулся, смотрите. То есть эта капсула держала это все дело. Ну-ка. Мы можем летать, ребят. Представляете? Мы можем летать. Это круто. Совершите сальто-атаку на поверхность стены, чтобы оттолкнуться. Охренеть. Я люблю Метроид за такую вещь. Когда что-то новое открывается совершенно и просто меняет полностью геймплей. Не-не-не, да не, мы тебя не слышим, Аврора. Или кто это, я не знаю. Очень даже страшный такой звук. Так, синий диск на ладони похож на некий механизм управления. Зажившись в ракеты, можно заставить его включиться. Ага. Бим-бим-бим-бим. Вон, полетели дальше. Так, еще раз. А! Тихо, подожди. Нет. Мы тут. Нам опять наверх нужно. Понятно, нам на время. Так. Прям принц Персии. Космический вариант. Отлично. Так, ну, пускаем ракету и быстро прыгаем. Так, раз. Полетели два. Отлично. У нас дверь не открывается. Нужно лучаком ее вытащить. Ну все, мы оказались сзади. Мы получили новую силу. Теперь, по идее, то есть, пока, когда у нас есть эта сила,
Я не помню, где были места вообще, вот на других местах каких-то, где можно было забраться по ней. Близкий файл расшифрован, название нашего альбома, информация персонал журнал. Значит, посчитаем. Увы, катастрофа произошла раньше, чем мы закончили свой труд. Совершенно случайно наше хранилище топлива гелия воспламенилось. Столб огня поднялся в небеса, и я это все закрыл. Так, подождите. Знание. Знание небесного города. Так, а куда я это все сохранил? Существа, задание. Нет, знание, это точно. Брио. Век науки, наверное. Нет. Загнанный нашим альба. Вот. Увы, катастрофа произошла раньше, чем мы закончили свой труд. Совершенно случайно наше хранилище топливного геля воспламенилось. Столб огня поднялся выше в небеса. И наше убежище было раскрыто. Довольно скоро пожар заметила банда первобытных и бросилась в бой. Теперь, когда мои могучие магинары остались без энергии, мне нечем было обороняться от нападения. Мое бегство лишь заставило их пуститься в бесконечную погоню за нами, и в конечном счете они бы не пощадили никого из нас двоих. Выбора у меня не было, я остался в своем убежище, предоставив провидице возможность бежать. С ней я отослал мои записи в прошлом Брио, и девушка, и мои дневники доберутся в безопасное место. Кто бы ты ни был, ты читаешь мои последние слова, высеченные в камне и переданные пророчице. Мы обращаемся к тебе из могилы и молим тебя. Спаси наш мир от космической заразы. Сорви завесу ненависти с глаз нашего народа. Пусть наши последние артефакты послужат тебе этой борьбе. Ага. Спасибо вам за артефакт. Теперь я могу летать, чуваки. Видимо, чёза какой-то. Так, ну, полетели, что? Мы теперь боги, можно считать. Мы можем летать. Долгое время. Так, еще раз. Отлично. Так, а там на выше уже нельзя? Не, выше уже некуда. Ну, мы вернулись, то есть идем в портал опять. Мне хочется его просканировать. Глыба выглядит непрочным. Не, вот этот. Ага. Ну ладно, в общем, проходим через портал. Блин, вот это, по-моему, самая интересная серия всех пока, которую мы имели. Так, теперь что делать? Вот теперь самое главное. Мы получили эту силу, где мы можем ее использовать? Непонятно. Непонятно. Дайте подумать. Я вообще не помню, где бы ее можно было юзать. Может, не, точно не в Элизии. Может, какой Брио, я не знаю. Так, давайте вернемся. Сейчас я хочу вернуться. Сюда нам. Там какой-то проход был. О! Сэмус, ты слышишь? Мы уже долго пытаемся с тобой связаться. У тебя все хорошо? Мы кое-что обнаружили. Наш разведывательный зонд обнаружил местонахождение пропавшего федерального корабля Волгала. О, нам дают задание новое, отлично. Так, то есть нам мы не потеряемся, я думаю. Так, мы уверены, что ты помнишь, этот корабль был атакован пиратами 4 месяца назад. Просим тебя обследовать Волгалу и собрать дополнительную информацию о пиратах и их планах. Хорошо. Передаем координаты. Так, ну давай. Мы здесь. А нам нужно... Вообще в новое место. Отлично. Звездная система Графалгара. И Волгала. Это где, по-моему, нас атаковали в самой первой серии. Так, ну... Давайте сейчас попробуем... Что сделать? Пойдемте налево, я там вот дверь пропустил, лучше хотел посмотреть. Вот здесь дверь какая-то. Где наверху, вон там, да-да-да, вот как туда попасть, интересно. Как туда попасть? Туда попасть вообще реально? Real? Вон, я разломал, либо.
Так, ну понятно, что туда можно попасть, но... Нет, полетать мы не сможем. Подождите. А вон, поверху как-то можно. Так, а как туда? Вот сейчас посмотрим. То есть... Туда... Ой, блин, я в лаву окунулся. А? Вот, теперь мы сможем вот эти штучки разбить. Пробраться вот. Сможем. Отлично. Так, там, видимо, какой-то будет секрет, мне кажется. Оп. Вон еще наверху секрет. Так. Поехали. Еще раз. Отлично. Здесь мы еще не были. О-о-о-о, подожди. Поехали. Оп. Тихо-тихо-тихо. Оп-оп-оп-оп. Спасибо. И... А, и там нужно, ну, сделать турбо. Все, понял. Мы путь проделали, самое главное. Так, подождите, а там куда, как туда добраться? Эта вот штучка, наверное, за нее зацепиться можно. Мне кажется. Подождите. Вон. Как там нужно там что-то сделать? Ну, хрен его знает что. Может быть, в другой момент доберемся сюда. Так. Давайте сюда. Оп. Так. Бом. Отлично. Огонек. Оп. Оп, да, блин. Твою мать. Подождите, я понял. То есть нужно сразу врубать эту херню. Сейчас я еще раз попробую, последний раз. Должно получиться, я щек вырежу. Так. Ну. Не реагирует. Оп! Ой-ой, я мапу включил случайно. Воу! О, охренеть, мы добрались. Смотрите как. Блин, опять мапу включил. Так. В любом случае, мы добрались. Ничего такое. Так, здесь какой-то секрет. Эти каменные плиты. У нас новый какой-то документ. Читаем картину. Близкий фал расшифрован. С течением лет я состарился даже... То есть даже объединив силы чародейства с наукой, нельзя обманывать смерть вечно. Чтобы сохранить жизнь на Брио, мне понадобился преемник. Не просто было его найти, народ... Видел во мне лишь чудовище. Я искал его, а годы шли, и все было напрасно. Случайно, как мне показалось, я столкнулся с девушкой, первобытной странствующей по пустошам, и спас ее. Но это была не случайная встреча. Первобытная была провидицей, неустанно разыскивающей последнего властелина науки. Властителя. Чтобы поведать ему о своих видениях. Во снах она видела, как космическая смерть нисходит на Брио, и с этим видением пришел к ней призыв спасти мир. Опираясь на эту информацию, я начал работу над улучшением дезинфекторов, чтобы укрепить защиту Брио ко временам грядущих катастроф. Ну а вот то, что было потом, мы уже читали. Так, ну интересно, у нас еще какие-нибудь такие двери есть, которые только так можно открыть. Вот хотелось бы вот так вот пройтись, вот там вот. Ну ладно, неважно. Давайте полетели отсюда. Потом соберем, если что. Так, мы туда идем? Нет, мы не туда идем. Нужно налево. Как? А как? Вниз. И сюда. Угу. Идемте наш корабль. Быстрее. Так. Сохранить игру на корабль. Полетели туда. Мне даже интересно, что там такое. А
Может, это другой корабль? Это не... Потому что то, что, который, на котором мы были, это точно... Мы на нем были до этого еще. То есть, помните, мы еще в начале серии на нем были. Так. Куда нам теперь? Галактика. Сюда. Сюда. Волгала. Хм. Интересно. Извиняюсь за свой... за свой голос. Бывают у меня такие моменты. Опаньки. Хм. Боже. Что здесь творится? Выполнено. Хорошо. Волгала. Да, это то, где мы вначале были атакованы. Это тот корабль. Помните, вначале мы стреляли здесь по целям, ходили здесь всякие людишки. Что здесь вот такое? Разбитый истребитель Стилет. Рулевые двигатели повреждены в бою. Пилот не мог избежать столкновения. А это что? Энергокапсула. Используется Федерацией в качестве источника энергии. Хорошо. Так, сейчас. Давайте посканируем что-нибудь. Уничтоженный истребитель Стилет. Понятно, это что? Разбитый фрегат Галактической Федерации. Судя по всему, он перенес прямое попадание пиратского... Чего? Эсминца. А это? Поврежденный истребитель Стилет. В кабине пилота нет признаков жизни. Хорошо. Вот эта вот атмосфера мне напоминает Dead Space. Вам не кажется, да? Именно третий, когда в космосе там летаешь. Вообще круто. Правда, у нас костюм таким не оснащен. Мы можем летать только некоторый период времени. Так, это... подождите, а что здесь такое? А, вот. Так, оп. Подождите, тогда давайте пойдем возьмем эту капсулу тоже. Мы можем ее взять? Ага. Энергокапсула, отлично. То есть нам они нужны. Я помню, здесь был момент, когда я один раз проходил, где много было всяких дверей и секретов. А капсулы мне не хватало, чтобы все открыть. Мне приходилось, чтобы... Как-то их нельзя же вытаскивать. То есть, вставить в один, вытащить. И так далее. Так, мы вставили. То есть, теперь можем сюда пойти или что? Ну, должен же открыться. Нет? Только что его отпробовал. Подождите, не понимаю. А, блин, чё я туплю. Одни трупы. Коробки давайте сканировать. Дает нам бонусы всякие. Что это такое? Это устройство содержит данные об энергокапсуле номер такой-то. Так, давайте почитаем. Состояние неизвестно. Согласно данному энергокапсуле, действует на систему управления генератором. Закрылся. Субъекту был нанесен ряд проникающих ранений. На коже уран присутствует фейзом. Фазон. Понятно. На эту штуку мы сможем зацепиться. Оп. Мне показалось, что он был живой, а он мертвый. Энергия бойца была просто высосана. Осталась оболочка, представляете?
Попал в ловушку, пытаясь скрыться от преследователей. Хорошо. Понятно. Так. Боже ты мой. Разломанный взрыв манипулятор. По машине на весь сенсор. Разбитый истребитель класса стилет опять. А это что за штучки? Какие-то фазонный мешок. Бросает яд. Понятно, а это что? Манипулятор транс... Понятно, так. Ага. О, воу, 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 воу. Можешь мне... Ага. Так, наверх нужно забираться. Понятно, нужно, короче, здесь что там... Узнать, что здесь случилось, как здесь поживают. Да. Давай уже раздувайся. Фух, так. А как мне теперь действовать? Летим быстрей. Фух. Так. Еще один труп. Причина смерти бойца — сильное повреждение взрыва энергогранаты. Фазонная пиявка. Питающийся мертвыми организмами, понятно. Так, давайте стекло разбитое просканируем. Так вот сделаем. Так. Судя по множественным ожогам, субъект у него срез близости, от него взорвался энергогранат. Твари, дохните. Отлично. А тут что с тобой случилось? Черепно-мозговая травма вследствие удара по голове. Ага. Так. Сюда. Здесь тоже всего много интересного. Хм. А здесь космос. Так. Вот напоминает этот Dead Space, не правда ли? Воу-воу-воу, меня сосут! Уйди. Так. Еще одна информационная капсула. Это устройство содержит данные об энергокапсуле, номер такой-то. Информация принесена в журнал. А это что? Аварийный запасной генератор. Так, куда идем? Что у нас по мапе? Неизвестно что. Так, ну либо сюда. Так, ну, может быть потом. Так, ну здесь что-то поменьше всего. Субъект, судя по всему, полз по направлению к лифту и был убит выстрелом в упор. Хм. Так. Давайте оторвем ее. Йоп. Так. Можно энергокапсулу вставить. Давайте ставим, у нас есть запасная. Так, это лифт. Понятно. Давайте поедем. Куда нам? Наверх. Я слышу звук этих. Как будто секрет какой-то. Вот здесь где-то. Так. И что? А, здесь. Слышите? Это значит какой-то где-то секрет.
где-то здесь. Нет, я приехал туда же, где я был. А секрет где? Еще раз давайте. Я слышу где-то. Вот. Вот он. Дорогой мой, найден ракетный контейнер. У нас на 5 ракет увеличен теперь запас. Отлично. Давайте выбираться отсюда. Так. Ну, нужно найти сохранение на самом деле. А то нехорошо все это. Затянется опять серия. Так, поехали. И сюда. Отлично. Что мы здесь делать сможем? Мунки, оболившись после взрыва. Ага. Вот так вот. Воу! Что такое? Воздух? Походу воздуха нет. Так, тихо, осторожно. Миссия космос полностью. У нас как у Айзека Кларка нету запаса кислорода, у нас просто тупо. Тупо мы бессмертны. У нас как бы есть бесконечный, походу, запас. Так, еще одна капсула. У нас нету. Нету у нас капсул больше. Угу. Так. Я узнаю эту фигню. У нас как... Да, но у нас нет этой силы, помните, как... Блин, а что же делать? Здесь мы не пройдем. Так, Или подождите, у нас она есть, я не помню, давайте зайдем в костюм. Оружие. Ракетомет. Возьмем лучше, сальто-атака, замораживаем ракету. Нет, у нас точно нет этой силы. Да, у нас точно нет этой силы. Давайте валим тогда отсюда. Там был еще один проход внизу, помните? А, давай, 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 давай. Воздух всасывает. Отлично. Так. Поехали вниз. Вот там вот. Оп. Так, еще один блок информации. Это устройство содержит данные. Давайте почитаем. Небесный город, согласно данным. Короче, понятно, здесь ничего. Это закрылось. Здесь что? Устройство полностью обрушилось, на блоках видны следы когтей. Это, вот это что мне? Вот это вот. Данные Федерального архива, информация принесена в журнал. Позон является субстанцией внегалактического происхождения, представляет собой высокорадиоактивный минерал, обладающий исключительным мутагенным свойством. Позон присущ некоторым чертам, свойственным живым организмам, в частности, способность к размножению. Действие фазона на нервную систему разумных существ разрушительные, приводит к неорганизованному деструктивному поведению. Фазон является замечательным источником энергии, превосходящим... Да блин, вы от меня отстаньте когда-нибудь, а? Я занят. Так, извиняюсь. Причинник к фазону требует осторожности, небрежность чревата так называемой фазонной болезнью. Хорошо. Так, меня сегодня целый день преследует друг. Вы меня извините, ребят, он хочет, чтобы мы встретились. Я не хочу встречаться. И он мне целый день звонит на телефон. Он меня в скайпе уже достал. Вот видите, я все выключил, все, что возможно. Он мне и в скайпе теперь достает. Так, сканирование. Данные Федерального архива. Хорошо, ну, потом почитаем. Так, подождите, Z. Что у нас вот это вот за плоскость такая интересная? Ниша завалена обломками, вероятно, в результате взрыва. Так, я слышу... Вот оно. Так, а как туда добраться? Ничего нет. Мы здесь не проберемся никак.
Хорошо. То есть здесь мы ничего не сможем сделать. Я так понял? Здесь ничего нет. То есть зачем мы сюда прилетали? Здесь больше ничего нет вообще. Или мне кажется? А, фу, блин. Ракеты у нас, оказывается, могут это все разрушить. Опаньки, здравствуйте. Красавчики вообще. Так, 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 так. Отлично. Дохни, тварь. Они меня не ранят, они по зону меня бьют, мне наоборот прибавляется хп, по-моему. Так. Вот эта вот дверь интересная. Йоп! Отлично. Найден ракета-контейнер. Спасибо. То есть больше здесь ничего нет? Больше здесь ничего нет. Отлично. Что теперь делать, интересно? Хм. Здесь, походу, делать нечего. У нас нет этой суперсилы с ракетами, которой можно несколько сразу ракет пускать. Это очень тупо и бесит. Вот что, вырывались твари. Так, так, так. Вот. Зажали. Позаморозься, я обойду так у тебя. Давай, тварь, дохни. Так, хорошо. Ничего не понятно, что делать вообще. Валим, значит, отсюда. Что у нас за задание? Ну, задание у нас было выполнено, по идее, да? Что у нас сейчас за задание? Так, валим отсюда. Быстрее. Завалить эту тварь, иначе я к пульту не подойду. Фух. Быстрее, 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 быстрее. Валим. Жух. Сколько вас тут? Здравствуйте. Интересные существа. Ползают себе что-то. Кто? Мы точно ничего не пропустили? Может, внизу что-то тут? Ну, здесь делать нечего. У меня нет суперсилы, которая открыла бы ту ракетную фигню. Так. Поэтому нужно валить. По идее. Я думаю, мы, ребят, на этом серию закончим. Я не представляю себе, что я сейчас буду делать. Я точно помню, еще осталось место, где, помните, где мы Саузира замочили. Там после него была такая вот, как ледяная структура, через которую можно было пройти. У нас не было этого вот оружия, которое плавит лед. Я думаю, мы в следующей серии полетим туда, потому что я пока без идеи вообще, что дальше делать. Здесь делать нечего. У нас точно нет ракетной этой суперспособности, которая сразу по всем нескольким целям стреляет. Так что увидимся с вами в следующей серии. С вами был Гет, это был Metroid Prime 3. Надеюсь, вам понравилось такое возвращение в эту вселенную. И всем пока.